С 15 марта можно получить кэшбэк с путешествия по России. В течение 5 дней после оплаты вернется 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Чтобы получить денежную компенсацию, нужно запланировать поездку от 2 ночей в любой регион России в период с 15 марта по 1 июля и оплатить ее картой МИР до 1 мая. При этом количество поездок на одного человека не ограничено.